У меня все вышло, все абсолютно получилось. Я сдержал свое обещание перед вами. И снял, и смонтировал это интервью. Сардана Владимировна пошла навстречу, и даже получилось снять с микрофонами, с трех камер, как прям на телевидении. Но в общем, конечно, я снимал в своем духе. И помимо ваших вопросов, задавал еще и свои. Хороший вопрос. Анонс посмотрело более 27 тысяч человек, которые оставили 480 комментариев. Из них очень большая часть добрых пожеланий лично мне и, в свою очередь, животрепещущих серьезных вопросов нашему депутату. Абсолютно все прочитали, все изучили, и реакция Сарданы Владимировны была тоже незамедлительной. По каким-то вопросам сразу были отправлены запросы, а какие-то требуют более детального подхода, но я вас уверяю, все доведется до конца. У дальнобойщиков выпал бутерброд. Вот. По-любому. Вот, но давай мы с этим поработаем. Хорошо? И ты своих подписчиков через свой канал будешь держать в курсе. Как у нас продвигаются дела? Итак, моего шефа вам представлять, наверное, не надо. Это самая популярная женщина-политик из Якутии. Черная у нее черная, белая, как ни странно, у нее тоже белая, без всяких цветовых палитр, ну и поэтому она народная, и поэтому ее почитателей во много миллионов больше, чем недругов. И поэтому так уж получилось, что я у нее работаю, и с гордостью скажу, что взгляды у нас совпадают. Ну а ответ на самый главный вопрос, который волнует многих, вот такой. Это закрытый вопрос? Конечно. Я, короче, Сардане Владимировне задаю вопрос. Вот видите, тут камеры все... Это все-таки мэр Москвы или... А я не буду тебе отвечать. Ну и ладно. Пошли. Пойдем кушать. Пошли обедать. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на своем канале. Итак, сегодня мы с нашими вопросами подойдем к нашему депутату Сардане Владимировне Аксентьевой. Проведем сегодня весь день. Я думаю, что интервью, которое я у нее возьму, и вопросы, которые я ей задам, будут интересными, острыми. И сегодняшний ролик будет тоже необычным. Итак, давайте начнем. Так, Сардана Владимировна, начнем. Всех хочу поприветствовать. На моем канале я уже приветствовал, я жестко нервничаю, короче. Да ладно. Это ж мы с тобой на камеру здороваемся, а работаем-то уже с утра, поэтому... Да, да, но все же. Да. Итак, Сардана Владимировна, первый к вам вопрос, разминочный, можно так сказать. Если даже вырежут, то пусть вырежут. Удочка или спиннинг? Удочка. Удочка. А почему удочка? Ну, спиннинг забрасывать надо, у меня не очень хорошо получается далеко забрасывать. Да? Угу. Самая такая большая ваша поклевка? Как-то однажды мы ездили на зимнюю рыбалку в Хангаласский улус, это в Якутии. Ага. Вот, и вытаскивали налимов. О. Вот это было, да. Ну, я, конечно, больше присутствовала, потому что я сразу скажу, ну, так себе рыбак я. Да. А вот, в марте вот поедем, посмотришь, что надо какого-то очень удачливого человека с собой взять. Давай Васю возьмем с собой, Николаева. Василия Петровича пригласим. Я, если честно, тоже нормально. Ко мне рыба липнет тоже. Ну все. А я могу что-нибудь приготовить тогда. Это я могу. Итак, а теперь о серьезном. Люди очень много всего написали. Много очень вопросов. И животрепещущих, и таких, даже можно так сказать, что неудобных вопросов. Очень. Ну, мы же с тобой предварительно поработали с ними. Да. Да, вот как раз мне сейчас коллеги занесли. Отправляем депутатский запрос в Астраханскую область про разбор узкоколейной железной дороги около поселка Лойга Устьянского района, вот Архангельск. Да? Понятно, вопросы по Нюрбе. Ты там много... По садикам, да. В аккурат после того, как я уехал из Нюрбы, просела новенькая музыкальная школа в селе Малыкай Нюрбинского района. Абсолютно новая, свежая, покрылась вот такими жуткими трещинами. И по кирпичной кладке начала давать усадку.
Что может произойти дальше, никто не знает. Но маркеры, которые лепят на эти трещины, рвутся один за другим без остановки. Но вообще маркеры должны быть жесткими. Но тут, представляете, даже лента натягивается и рвется. И это уже пятое или шестое школьное и дошкольное учреждение в Нюрбинском районе. И везде одно и то же. С этим обязательно надо что-то делать. По садикам, значит, отправляем в правительство Республики Саха-Якутия, чтобы нам рассказали, значит, что планируется сделать со всеми этими объектами. И, кроме того, новые объекты. Усть-Майский улус, житель спрашивает, почему улус не развивается, нет надежного интернета, не ведется строительство дорог. Это тоже из-за обращений твоих подписчиков, да, на твоем канале. Да, значит, есть обращение работников Сахабулт о том, что предприятие в предбанкротном состоянии. Это один из главных брендов Якутии. А также о обновлении флота Ленское речное пароходство, Колымская судоходная компания. Все это мы адресуем в правительство. Так, ну это мы давай сразу об этом расскажем, чтобы люди понимали, что мы их внимательно прочитали, и все, что они пишут у тебя на канале, мы посмотрели. Раз, кстати, да. Здесь, значит, жители Ленского района пишут о том, что необходимо ужесточить контроль за ходом строительства автомобильной дороги на трассе Ленск-Мирный. Все, Жень, стою полностью. Вот там пробка, я объехал, а здесь никак не могу объехать. Тут глубина, эти сидят машины, и это тоже. Я скажу вам, что ситуация на дорогах в Якутии неуклонно улучшается. Кладется все больше и больше асфальта, дороги делают, проектируют. И я надеюсь, что уже совсем скоро такими ударными темпами все же мы будем ездить по хорошим дорогам. Но есть одно но. 5 лет республику мучила засуха, и дороги были сухими, хотя от пылища стояла непроглядная стена. И вот когда республику начало заливать, так как и к пожарам, службы не оказались готовы и к дождю. Но на дворе же все-таки 21 век, и со всеми вытекающими прорывными технологиями, и почему, и где они? Вот это очень такой неприятный вопрос. И мы соответствующий депутатский запрос направляем федеральное казенное учреждение, значит, автодорога Вилюй. Так, Ленск спрашивает о том, когда будет исправлено состояние автомобильной дороги между поселками Пельдуй и Витим. Но это вот мы не просто же подписываем и отправляем ответы, когда они поступят, значит, ты, соответственно, своим подписчикам все опубликую. Все опубликуешь. Что касается мостового перехода через реку Лена в районе Якутска, вот еще часто один запрос. Часто задаваемый вопрос. Всех беспокоит, это многолетние ожидания вообще жителей Якутии, потому что такая огромная территория, как Якутия, она, конечно, не связано между собой, делится фактически на две половинки. Когда здесь, в центре нашей страны, я рассказываю, что Якутия занимает порядка 20% территории Российской Федерации и является крупнейшим субъектом, все очень сильно удивляются. Так вот, она у нас фактически разрезана пополам, но сейчас документы, проектно-сметная документация находится на рассмотрении в главстроэкспертизе России, должны в ближайшее время, ну вот я и уточняю время, когда будет получено заключение, в том числе в части достоверности и стоимости вообще строительства этого объекта. В недавнем интервью глава республики сказал о том, что мост, ну, планируется построить к 2027 году. Понятно, что сейчас и ситуация у нас экономическая весьма нестабильная, и документы очень сложные, ну и самое главное, что это строительство вообще не будет иметь аналогов в мире. Потому что понятно, что у нас и вечная мерзлота. И резко континентальный климат. И красавица Лена, значит, такая необъятная, что, в общем, на самом деле будет как бы технически сложный объект. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, даже и не нужна лишняя спешка. Надо все сделать внимательно, как чтобы следует. Не было потом. Как не было, чтобы не было, как с нюрбинскими садиками. Да, но твои подписчики из самых разных регионов, и поэтому мы продолжим отрабатывать их вопросы. Просто я думаю, чтобы эфирное время не занимать вот прям детализацией, но заверяю твоих подписчиков, что мы всех читаем, смотрим, и все обращения будут отработаны. Опять чуть-чуть в сторону. Так. Скучаете, нет, по Якутии? Как по родине? Как думаешь? Ну, я думаю, что очень. Конечно, потому что мы же с тобой там родились.
У нас нет другой родины. Всю жизнь прожили там. Вот сейчас по долгу службы находимся здесь, но вот нет ничего вкуснее, чем воздух родины. Да, у нас такой точно. Потрясающий климат, что, конечно, ну и потом родные, друзья, дом, все же там, поэтому, конечно, скучаю. Еще, но работа есть работа. Еще личностный вопрос, чисто от меня. Вот пост мэра и пост... депутата? Да. Разница? Большая? Конечно. Да? Ну, я думаю, во-первых, это несравнимые вещи. Это просто разные истории, и сравнивать, где лучше, где там сложнее, сложно и не нужно. Плюс работы мэра заключается в том, что ты принимаешь какие-то решения очень конкретные под свою ответственность. И в принципе, если это вопрос какой-то краткосрочный, ты сразу видишь результаты. Сразу видишь результаты. То есть вот если вспомнить, оглядываясь назад, очень тяжелое было решение, значит, поиска денег для вхождения в национальный проект по строительству новых автомобильных дорог. Было поставлено условие, что регионы, значит, вкладывают в это там 33%, еще одну треть должны вложить муниципалитеты, и в этом случае из федерального бюджета можно получить еще 33%. То есть каждый должен был вложить свою, значит, лепту в это. Ну и, соответственно, очень срочно, вот прям практически через месяц после вступления в должность, я должна была подтвердить, что город Якутск в состоянии вложить 500 миллионов рублей для того, чтобы войти в эту программу. Деньги в бюджете не были заложены. Вот. И мне с моими коллегами, финансистами, экономистами, пользуясь случаем, передаю им привет огромнейший. И заму по финансам тогда работал со мной Михаил Воробьев, и Ольге Максимовой, и всем-всем-всем, кто принимал участие. Нам нужно было найти полмиллиарда. Ну, как себе представляешь? Конечно, поэтому мы начали сокращать все ненужные расходы, сбрасывать весь балласт для того, чтобы сконцентрировать какие-то деньги. Но дороги в Якутске начали строиться. И первые 25 километров мы следующим летом уже построили. Да. Тяжело было, очень тяжело, потому что дело-то новое. С советских времен таких объемов не было. Но здорово помогли жители. Обращал внимание, наверное, ну ты как бы не в Якутске был, но, наверное, обращал внимание, что я попросила всех жителей помогать мне с контролем за строительством дорог. Здорово помогли. Да. Если бы не жители Якутска, мы бы не смогли эти объемы более или менее нормально построить. Не без сложностей, но смогли. Мало кто верил, что вот прямо вот с места в карьере Якутск сможет одолеть 25 километров. А сейчас строят уже больше. Результат? Результат. Результат. И много таких других примеров. А трудность заключается в том, что, опять же, в этой просто безграничной ответственности, которую ты несешь за город, который тебе жители верили. Это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я это в шутку называла адова сковородка, потому что ты никогда не знаешь, где вот это вот, только подпрыгиваешь. И потом постоянное переключение, значит, внимания и разноплановость вопросов. Это как вот тумблер щелкает, вот так же ты должен быстро, значит, реагировать на вопросы и быстро находить какие-то ответы. Но, конечно, это все не работа одного человека, это командная работа, и поэтому правильно сформированная команда, она позволила достичь определенных результатов. Опять же, когда нет денег и когда сложно с бюджетом, тогда находятся самые нетривиальные решения. Ты начинаешь как-то вот соображать в другую сторону, да, как бы вот где, что. И посмотрите, как произошло, вот, например, с признанием в городе Якутске домов аварийными. Сейчас вот двигается федеральная программа, второй этап федеральной программы. Значит, ну, надо отметить, что с 2012 по 2017 год аварийными было признано и поставлено в реестр всего 166 домов в Якутске за 5 лет. Это мало. За 2019 и 2020 год мы с коллегами включили в реестр аварийных домов уже практически 500 домов. Как нам это удалось? Ну, во-первых, мы разговаривали с людьми, потому что в соответствии с жилищным кодексом сами собственники должны признавать свой дом аварийным. Имеется в виду собирать документы и проходить там техническую экспертизу и так далее.
значит, помогли им с проведением собраний собственников, разъяснили им эту всю работу. Сама ходила на 17 кварков и объясняла, что, ребята, если бы вы еще 5 лет назад признали свой дом аварийным, скинулись там по несколько тысяч рублей, заказали экспертизу своего дома, вы бы могли уже в этом этапе переехать, ваш дом был бы снесен, вы бы переехали за счет федерального бюджета. Но нет. Так с людьми-то работать надо, объяснять их права и какие да. за этим следуют возможности. Вот. А мы вот эти вот, когда почти 500 домов принимали в реестр, техническую экспертизу провели за счет средств муниципального предприятия. То есть, ну, фактически город оплатил для того, чтобы процесс пошел быстрее. Да, придется подождать, но это федеральная программа, она двигается поэтапно. И я очень надеюсь, что состояние федерального бюджета позволит эту федеральную программу реализовать в полном объеме и дальше. Я почему говорю много о Якутске? Потому что это практический опыт, который, если возможен в одном российском городе, значит, он может быть реализован и в другом российском городе. Напомню, что я депутат Государственной Думы от партии «Новые люди», избранный по федеральному списку. В федеральном списке было 2 человека, лидер нашей партии Алексей Нечаев, и вторым номером шла я. И поэтому я депутат не только от Якутии, но и от всех субъектов Российской Федерации, где за нас проголосовали избиратели. И это 3 миллиона человек, которым мы обязаны и которым мы должны. Mm-hmm. А что касается трудностей работы мэра, еще заключается в чем? Что город Якутск самый большой город в мире, построенный на вечной мерзлоте. Нет больше таких городов, как Якутск. И связанные с этим все трудности управления городом, который находится на территории аномально низких температур в зимнее время. Да. И, конечно, накладывается на все это исключительно изношенность коммунальной инфраструктуры. Ты никогда не знаешь, где у тебя что прорвет. И вот этот страх. Но я смогла отработать, и моя команда молодцы в этом смысле, без крупных коммунальных аварий и каких-то катаклизмов. Мы смогли это сделать. А работа депутата Государственной Думы, конечно, она больше интеллектуальная. Больше интеллектуальная работа, и в этом смысле она и сложнее, и как бы, ну не то чтобы спокойнее, но ровнее, скажем так. Но сложность, конечно, заключается в том, что это масштабирование. Масштабирование на все практически, что происходит в стране. И поэтому, когда ты рассматриваешь какой-то законопроект или голосуешь за этот законопроект, очень важно понимать, как он отразится на жизни людей. Сложно? Сложно. Очень сложно. И потом здесь работает коллектив законодателей, 450 человек. Я одна из них. И понятно, есть сложности в том, что Государственная Дума, она работает, и работа ее построена по партийному признаку, мы все делимся на фракции. Наша фракция партии молодая, самая молодая, новые люди имеются в виду, мы только вошли в состав Государственной Думы. Почти несколько десятилетий в Государственной Думе было всего 4 партии, и мы разбили эту монополию, скажем так, старых партий, вошли. И поэтому, конечно, несем новые смыслы, и все, что мы обещали людям, оно всегда вот в голове, всегда на столе, всегда в работе. Но надо полагать, что все-таки Госдума — это все-таки 450 человек. Но мы не сдаемся и абсолютно полны оптимизма, и все у нас получится. Сардана Владимировна в жизни человек очень хороший. Простая, открытая, ездит на метро и закрывает комментарии в соцсетях. Собственно, вот так я с ней познакомился. И не скрывает свои доходы. На днях она первая опубликовала свою декларацию о доходах. Хотя законом это уже и не обязательно. Имеет все черты характера, присущие женщине, воспитанной и выросшей в суровом климате. Все, до свидания, удачи, удачи. Да. Так, сейчас тут трансляция начнется, правильно, да, Андрей? Через 10 минут. Люди,
Аксентьева Сардан Владимировна подготовить Качкаеву. Да, добрый день, коллеги, Ирик Анварович. Проблема аварийности и изношенности домов актуальна для многих регионов. И вот по данным Росстата, доля таких вот домов преобладает в Ингушетии, Республике Тыва, в Якутии, в других регионах. Всего аварийных домов в Российской Федерации зарегистрировано 114 тысяч, и это только официально признанные. И для этого была разработана программа реновации. Но она существует в разных формах. Это сначала РЗТ, потом КРТ, КРТ по модели Санкт-Петербурга, ну и столичная, значит, программа реновации. Они где-то схожи, где-то они отличаются. В Петербурге встретили определенные сложности в связи с тем, что не было стартовых пятен под застройку. Ну и так далее. Учтены ли сложности при реализации программы реновации? Будет ли эта программа реализована в других регионах? И если в ряде регионов это невозможно, то какие? Да, мы вчера с вами этот вопрос тоже обсудили на фракции. Я думаю, что здесь тоже надо совместно с профильным комитетом соответствующие поручения и заместители поручили. Давайте мы это будем отрабатывать с учетом реализации вот новой программы ликвидации аварийного жилья. Объем у нас, как вы знаете, растет, и те задачи, которые нужно синхронизировать в рамках вот тех изменений в закон о КРТ, которые мы делаем, давайте мы здесь тоже отработаем, поддерживаться предложение. Спасибо. А вообще, первый раз, когда вот сюда в Думу зашли, было как-то боязно, нет, хотя бы? Нет, я же работала помощником депутата Государственной Думы, ага. Поэтому, в принципе, кухню знаю, все известно, здание знакомое. Ну и потом, конечно, если ты был мэром Якутска, угу, то в этой жизни ты мало чего уже боишься. В бытность, когда Сардана Владимировна была мэром, ей приходилось принимать очень трудные решения. Чего стоило только одно выступление в «Триумфе». На митинг собрались тысячи людей, возмущенные жестоким преступлением в городе. Или отмена массового празднования главного национального праздника эсэха в Якутске в период пандемии и коронавируса. Ведь такого просто никогда не было в новейшей истории. Сегодня она принимает не менее трудные решения, хоть обстановка и кажется более спокойной, но, уверяю вас, это просто видимость. 260 рублей вот это стоит, да, покушать. 260. А у меня 400 вышло. Ну как? Как тебе цены? Ну, приятные. Дешево, да? Да, дешево. Ну, я последний раз я как бы кушал на перевале, на пикете. Такой... В смысле последний раз ты кушал на перевале? Она имеется в виду, кушал в кафешке. Понятно. Да, на пикете, так что... Так что цены такие, приемлемые. Так же, как и на пикете. Да, на этом самом, на зимнике. Оп. Так. И по ценникам. Правда, я тут ничего такого не знаю, но... Так. Так, сейчас, один момент. К чему бы такому... Вот обычная вода, да, допустим? Черноголовка. 46 рублей, ну, так же, как и в магните. Почти все то же самое.
Да, это все тоже орешки. Все то же самое. Развенчали миф, что стоит все рубли и копейки. Просто как в обычном магните, оказывается, все стоит. Ну, мы просто с тобой же понимаем, что в российских городах цены другие немножко. Ну да. Итак, следующий вопрос. Не знаю, как вы на него вообще готовы или не готовы ответить. Очень интересный для обычных людей, таких как я. Я совсем недавно был водитель грузовика, а еще монтером в Сахателекоме. Ну, такое. Вопрос такой. С Якутии есть два выхода на среднюю полосу России и дальше. Первый это выход это через реку Лена. Выезжаете, проезжаете Нерюнгри, и там, конечно, Китай, Владивосток, вот на это все дело выход. Второй выход, он идет через Ленск и на Усть-Кут. Там есть паром. Летом это паром, в 4 дня туда заехать, ну, практически невозможно. И деньги с этого всего дела колоссальные. Но есть еще одна дорога, о которой, ну, мало кто практически знает. Это дорога, так называемая, через трубу. Это дорога, прекрасная грунтовая дорога, на которую надо взять разрешение, заплатить какие-то деньги, чтобы спокойно туда встать, на эту дорогу, и доехать без паромов, без всяких историй. И ты выходишь в Усть-Куте, сразу минуя вот эти горные перевалы, минуя Байкал, и выходишь, пожалуйста, тебе на Россию. Почему рядом с этой трубой не построить нормальную дорогу? Без паромов, без жесткого вот этого зимника, когда когда по зиме там она и проваливается, эта дорога, и люди там переворачиваются, уходят с этой, ну, с этого с трассы, с этого зимника. Ну и, естественно, там есть очень таких много мертвых зон. Ну и, конечно, и спутники там не работают, вот на куске там зимника. Хотя на трубе все прекрасно. То есть ты встаешь, единственное, там нет заправок. Вопрос заключается в том, почему бы рядом с этой трубой не выстроить как бы обычную асфальтовую дорогу и проложить. Она еще и короче, тем более. Услышала. Давай поработаем. Да? Давай поработаем, давай посмотрим, давай запросим информацию. Вот сейчас, конечно, можно было бы сказать, да, мы возьмем, это все сделаем, да, но это безответственно. Сейчас да? У дальнобойщиков выпал бутерброд. Вот. По-любому. Вот, но давай мы с этим поработаем. Хорошо? И ты своих подписчиков через свой канал будешь держать в курсе, как у нас продвигаются дела. Надо изучать. Ко всему надо подходить ответственно. Спасибо. Спасибо. Ладно. Да. Вопрос. Зачем вообще ходить на выборы, когда результат в целом и так уже понятен? Что скажете тем, кто на выборы не ходит вообще? Я всегда об этом говорю, что выборы делают те, кто на эти выборы не ходит. Вот так. Да. Потому что с позволения тех, кто самоустранился, происходит все то, что происходит. И потом лежать дома на диване и ругаться с телевизором, или сидеть на кухне и ворчать, ну это как бы как неэффективно. Всегда нужно заявлять свою гражданскую позицию. Когда вы на выборы ходите, вы за себя голосуете или за кого-то другого? Хороший вопрос. В 2018 году, когда я баллотировалась и была кандидатом в мэры, я голосовала за себя. И нынче, когда в 2021 году были выборы в Государственную Думу, я голосовала за партию, членом которой я являюсь, за партию «Новые люди». «Новые люди». Но это же логично. А иначе как? Еще я вам такой задам вопрос, это, ну, как частенько это все мне прилетает, вот эта вся история. Говорят, что партия «Новые люди» — это проект Кремля. Вы знаете, но я вот тут уже как бы потусовался,
будем так на таком сленге разговаривать. Ну, когда я читала комментарии на твоем канале, это действительно такой вопрос он прозвучал. Я вот его сегодня даже так и знала, что ты спросишь. Я его как бы себе подготовила. И тут вот Владимир Мирошниченко, Елизавета Пахомова, они спрашиваются и говорят, что все партии в одну дудку дуют, к сожалению. Да? Более, ну, как бы я так сокращенно, более адекватно, говорят, да. Но на примерах. Угу. На примерах. Первое, что приходит сейчас на ум, это наша позиция по QR-кодам. Помнишь еще такую историю, что у нас был коронавирус? Да. Да, и что, значит, QR-кодами этот народ весь застращали, да? Угу. Так вот, наша партия последовательно и фракция в Государственной Думе выступала против того, чтобы всем навязывали эти QR-коды. Мы говорили о добровольности вакцинации, мы говорили о том, что QR-коды повсеместно вводить не нужно. И я даже выступала на пленарном заседании, если найдешь кусочек, потом вставь, чтобы подписчики посмотрели, и говорила о том, что введение QR-кодов, например, на транспорте, ну это просто бред. Против обязательной и поголовной вакцинации. И я это говорю как человек вакцинированный. Самое главное – это выбор, который должен быть у каждого человека. Решение необходимо о прививках принимать самостоятельно и добровольно. Мы долго и пристально изучали данный законопроект, но так и не услышали на целый ряд принципиальных для нас вопросов необходимых ответов. Поэтому лично я буду голосовать против введения QR-кодов. Россия огромная. Значит, пока почтальоны до каждой деревни донесут эти QR-коды. Во-вторых, например, при экстремально низких температурах, кто будет при входе в автобус проверять эти QR-коды в темноте вечером, предположим, да? Ну, то есть разные ситуации. Либо в тех же больших городах, миллионниках, в час пик, в метро или на другом общественном транспорте, вот кто будет стоять и у каждого проверять эти QR-коды. Ну, как они предполагали, что это технически будет выполнимо? И мы прямо об этом сказали, что мы против. Слава богу, законопроект был, значит, отложен в долгие ящики, надеюсь, там он и останется навсегда. Следующая история, когда правительство Российской Федерации внесло законопроект о том, чтобы следователям дать право возбуждать уголовные дела без заявлений потерпевших. Интересно. Дело касалось закупок по 44-му федеральному закону, по 223-му федеральному закону, понятно. Но, а как это вообще возможно? Что нет заявления потерпевших, но следователь на свое усмотрение возбуждает уголовное дело. Понятно, что в рамках вот законов, которые я сказала. Но мы категорически выступили против. Во всех трех чтениях наша фракция голосовала против. Тем не менее, думским большинством этот законопроект был принят, отправлен в Совет Федерации. Но, слава богу, там нашлись умные люди, которые его остановили. Похожи ли эти действия на соглашательскую позицию? Но нет? Нет, конечно. Конечно. Мы очень много говорили, добивались того, чтобы федеральный бюджет в том виде, в котором он был принят, значит, но все-таки это не тот документ, с которым сейчас можно работать. Федеральный бюджет не отражает реального положения дел и не был к этому готов. И я когда выступала на пленарном заседании, я говорила о том, что в бюджеты пенсионного фонда Фонда социального страхования, ну сейчас это называется как бы социальный фонд, да, России, и в бюджет фонда обязательного медицинского страхования не включены жители новых российских территорий. То есть уже несоответствие. И кроме всего прочего, там, значит, такие моменты, что, например, разрыв между средней пенсией и средней заработной платой, он по планам должен был сокращаться. Но он не сокращается, он увеличивается. Вот такие вопросы мы ставим. Следующее, о чем мы, наверное, должны сказать, это, конечно, тема, которая меня очень беспокоит и которой я постоянно занимаюсь, это компенсационные выплаты лицам, которые осуществляют уход за тяжело больными, так называемые ЛОУ. Таких у нас где-то, ну, там, 3 с лишним миллиона по стране, но особо тяжелые случаи, это где-то там около 800 тысяч. При условии, что люди нигде не должны работать, государство выплачивает им компенсацию утраченного заработка в размере 1200 рублей в месяц. Я следил за отцом 4 года.
за лежачим? 1200 рублей в месяц. Ну, мне приходилось и работать. Конечно. И... это хорошо, если, предположим, в семье есть взаимозаменяемость, когда кто-то может с ним остаться, да. А кто-то может в это время работать, но ситуации бывают разные. Вот я когда была в Башкирии, я была в семье, где женщина одна ухаживает за двумя родителями, у одного из них тяжелая очень такая деменция, и мама после инсульта. Она не может оставить их дома, потому что они как дети. Ужас. Они как дети. Дети, которые умеют зажигать газ, разводить огонь, пускать воду. Она говорит, я просто не могу их оставить. Конечно. Она не в состоянии физически работать. И за это 1200. Бьемся, пока не получается. Да. Очень много таких вопросов. И мы постоянно об этом говорим. Я думаю, что в качестве доказательства действительно надо будет какие-то нарезки сделать, потому что, но нет. Вот когда мы видим вот такие вещи, мы всегда на это реагируем. Похоже ли это на соглашательскую позицию? Ну, с моей точки зрения, конечно, нет. Ладно, хорошо, будем считать, что ответили, но если будут какие-то дополнительные вопросы, то, конечно, мы на них ответим. Я думаю, что это не последняя наша встреча в эфире. Светлана Владимировна, все разошлись у нас, съемочная бригада наша вся разбежалась. Остались. Да, остались мы. Ты да я. Да. Вы уже сегодня были и на пленарном заседании, побывали, и в столовой мы с вами покушали, кучу дел всяких сделали. И вот эти все, самое главное, что вот эти все ответы, то есть вопросы, все подписаны и разосланы. Ну, более-менее такие. Ну да, мы сейчас еще с тобой доделаем несколько вопросов, которые там остались. Доработаем. И будем ждать ответа, чтобы людям сказать. И как вам вот в таком ритме? Ну, нормально. Уже давно привычная? Конечно. Привычка есть, во-первых. Во-вторых, это же как спорт. Ну да. Ты постоянно в одном ритме. Постоянно в одном в таком тонусе, и поэтому привыкаешь. Наоборот, когда длинные праздники, длинные выходные, как-то очень непривычно, обязательно надо что-то делать. Но я очень много читаю, и по работе много читаю, и для себя много читаю, поэтому всегда есть чем заняться. Размышляю много. Каждую субботу мы с мужем по 3-4 часа совершаем пешие прогулки в парке. Разговариваем, обсуждаем, смеемся, что-то вспоминаем, что-то планируем. Люди подходят фотографироваться? Ну, да, бывает. Но это придает настроение на самом деле, что когда... Это же определенный фидбэк или как, обратная связь. Uh-huh. Да? Подходят, что-то говорят, руку жмут, благодарят. Это всегда как-то стимул. Сардан Владимировна, а вы не язычница? Вы православная? Да. Я верующая. В сознательном возрасте приняла крещение. Абсолютно осознанно. Это было давно, еще до начала моей какой-то публичной деятельности. История очень личная, своя. Ну, как-то вот пришла к этому решению. Поэтому я православный человек. А в церковь часто ходите? Не так часто, как, наверное, следовало бы, но я хожу. И вообще, семья у нас испокон веков православная. И дед у меня был крещеный, и прабабушка крещеная. Так что... Ничего тут такого нету. Нет, мы про религию с вами немножко не закончили разговаривать. Угу. Как вы относитесь вообще к исламу? Нормально отношусь к исламу. Вообще... Любая религия, она заслуживает уважения. Если у человека есть вера, он никогда не совершит ничего плохого. Ну да. Ну, и потом, у нас же страна многонациональная, мы все разные. Ценность в разнообразии. Если мы все будем одинаковые, ну это что за жизнь-то? Все должны быть немножко разные. Ну у нас вот в семье, например, с мужем, один зять татарин, мусульманин, так. А второй зять бурят. Соответственно, буддист. Нормально, мы все отмечаем все праздники вместе. А вы православная? Да, я православная, и в мире, в дружбе, в согласии. Значит, и все хорошо. Конечно.
Без ценности-то одни. Ценности. Точно. Нормально. Кто готовит мужу вашему? Или вы заказываете Яндекс.Еду? Я вообще считаю, всегда об этом говорила, что никто лучше, чем я, о моей семье позаботиться не может. Поэтому я все делаю сама. Квартира у нас небольшая, и я убираюсь сама, и готовлю сама, все делаю сама. Потому что... А полы руками моете? Полы я мою только руками. Да вы что? Да. Но не так часто, раз в неделю. Я не думайте, что я уж прям Золушка каждый день мою полы. Нет. В обычные дни текущая уборка, как у всех, роботы-пылесосы. А когда генерали, то, конечно, потому что углы, как ты еще углы помоешь? Только так. С утра ставлю ужин в мультиварке с таймером, вечером приходим, все готово. Сардан, то есть это просто быт, который годами, вот, ну, как бы уже рука набита и все так делается. Сардан Владимировна, а вы с Якутии какие-нибудь специфические продукты заказываете? Какое-нибудь мясо, какую-нибудь рыбу? Что-нибудь вам кто-то привозит, нет? Слушайте, мясо мы возим только из дома. Я скажу больше, обязательно с моей малой родины, с Чурапчи. Вот меня Чурапчинская только. Никто не переубедит, что где-то есть мясо вкуснее. Только дома, только с малой родины, с Чурапчи. Возим мясо, потому что здешнее нам не нравится. Ну, мы привыкли к своим продуктам. И рыбу возим свою. А самое вкусное – это карасики. Да. Вот. Бывает, что заканчиваются запасы карасей, и я вот начинаю просить. Кто-нибудь едет, я говорю, привезите мне карасей. Реликтовая рыба наша. Конечно. Она вкуснейшая. Вкуснейшая. Потому что нам здесь, вот ребята, которые давно здесь живут, рассказывали о том, что пытались здесь купить карасей пожарить, ага. Ну, тоже скучают. Она говорит, нет, даже не пробуйте. Не, здесь не то, здесь тиной воняет. Ну, я, извините, конечно. Ну, я послушала умных людей, не стала пробовать. Возим из дома. А вы в курсе, что с Якутии Екатерине II возили карася? Да, слышала. Знаете? Конечно. Да, в брикетах. А чтобы они не подыхали, чтобы они... Эффект такой, как бы их замораживали, они потом на санях через какое-то время как бы размораживались и начинали трепыхаться. И им... в хлебный мякиш, пропитанный спиртом, в каждый в этот в рот втыкали. Вот так. Да, ясно. Ну вот так, дорогие друзья. Из Сардан Владимировна. Далеко. Далеко? Сейчас, поближе? Да, поближе. Ну, присядь, вот. Да. До скорых встреч. Пока. Провели сегодня интересный день. Если интересно, пишите. Вот мы сейчас пока... разговаривали между в перерывах, подумали, что, может быть, нам стрим надо будет провести, прямой эфир. Вот да, стрим – это живое общение. Если надо, если интересно, напишите, сделаем. Ну, просто ставьте и пишите, если да, то я тоже думаю, что стрим – это хорошее, без всяких подготовок и без ничего. Но я думаю так. Ну, как получилось, так получилось. До скорых встреч, дорогие друзья. Всего доброго. Никогда не болейте. Самое главное – до свидания. Thank you.